Приветствую всех подписчиков и гостей своего канала, и сегодня мы рассмотрим такое ICO, как PlayGame. PlayGame является игровой платформой. Компьютерные игры последние 20 лет стали обыденным явлением, но с момента их появления очень хотелось повоевать не с ботами, а со своими друзьями. В те времена интернет был медленным и довольно-таки дорогим удовольствием, поэтому проблему решала локальная сеть и компьютерные залы, в которых многие из нас прогуливали школы, где по локальной сети играли в Warcraft, в Контру, в Казаков, ну и во все такое, во все хиты тех далеких лет. Но это ладно, когда вы все с одного двора или района, или город небольшой, а если вы живете в разных концах города, или вообще разнесены в области и не имеете возможности приехать и поиграть по локалке. Тут на помощь, конечно же, приходит интернет. Со временем качество услуг интернет-провайдеров росло, да и сейчас растет. Так что с этим, в принципе, особых проблем и не возникает. Но все равно проблема есть. И в чем же она, вы спросите? Если играть в офлайн игры через интернет, то нужно каждому за компьютер эту игру устанавливать. Сейчас топовые игры, как мы все знаем, идут в основном через Steam, и все они стоят очень немало денежек. Если брать онлайн-площадки, то частично игра находилась на центральном серваке. Но тем не менее, часть игры также скачивалась на компьютер. Но зато появилась возможность играть удаленно со своими друзьями, или с любыми незнакомыми людьми по всему миру. Но заезженность сюжета онлайн-игр добавляла свою ложку дегтя. Но тем не менее, онлайн-игры завлекают как и молодежь, так и уже людей взрослого возраста, даже в какой-то мере, может быть, и пожилых, все сильнее и сильнее. Прогресс ведь не стоит на месте. С появлением блокчейна появилась возможность создавать новые игровые платформы, имеющие свои особенности. Сейчас речь пойдет именно про такую платформу под названием PlayGame. Ну и в чем ее особенность? Игровая платформа PlayGame создается специально под игры HTML5. Причем они будут загружаться именно не на каждый компьютер геймера, а на облачный сервер. Или, точнее сказать, на многие облачные сервера. Другим игрокам не придется устанавливать игру. Ну, что, согласитесь, очень удобным является. Когда игру не нужно скачивать. Игры сейчас бывают, ой-ой-ой, сколько весит, там очень много гигабайт. Интернет не всегда может обеспечивать высокую скорость соединения. И приходится в любом случае ждать. Это не есть как бы хорошо. Чтобы поиграть на платформе PlayGame, всего лишь стоит подключиться к платформе и присоединиться к компьютеру-серверу. Ну, по сути, мы получим гибрид локальной сети и онлайн-игры. Сочетая при этом все преимущества обоих, при этом построенные на блокчейне. Ну вот, подумайте, да, теперь любые игры можно будет не скачивать, а просто заходить на платформу, подключаться с друзьями, либо просто с какими-то незнакомыми людьми и играть. Думаю, огромный конкурент составит Steam, другим всем игровым площадкам, потому что какой смысл будет пользоваться неудобными скачками, платить за все это огромные деньги и постоянно ждать. Так, и площадка дает возможность играть онлайн не только в компьютерные игры, но и в мобильные игры. То есть можно будет пользоваться с телефона. Да, тоже очень удобно. А еще на платформе будет запущен свой собственный токен PXG, предназначенный для приобретения платного контента. Ну, как без этого, да, все-таки разработчики, какие были бы они хорошие, добрые, как-то монетизировать. Все равно все это дело им нужно. Просто даже необходимо. Иначе никакого не будет смысла. Ну, этот токен будет
применяться для платного контента, ну или любых денежных операций на платформе. Для разработчиков или тех, кто создает свои серваки, это будет отличная возможность заработать. За сам факт использования своего компьютера в качестве сервера или за создание платного контента, создание виртуальной экономики. Вот особо хочется подчеркнуть именно вот этот момент с виртуальной экономикой. Ну, как я понимаю, это будет возможность за реальные деньги, ну, то есть за деньги в виде токенов платформы, которые можно будет легко продать на любой бирже, где они залистятся. За эти токены можно будет продавать, например, игровую валюту или какие-то игровые вещи, возможно, даже прокачанных каких-то мобов. То есть играть и извлекать из этого даже финансовую прибыль. Ну и помимо этого, игроки еще смогут получать вознаграждение во время игры. При вступлении в кланы могут приобретать виртуальные, даже реальные товары за токены PXG. Еще токены будут торговаться на любых биржах. Ну, естественно, можно на волатильности будет зарабатывать. Проект этой игровой площадки довольно молод, но планы у них действительно грандиозные. Кстати, вот по планам их roadmap. Кому интересно, можете зайти на сайт, более подробно с ним ознакомиться. То есть тут идет DQ2, который окончится в 2019 году. Так, здесь вот можете посмотреть, ознакомиться с командой проекта. Ну, все они довольно-таки такие опытные люди в своей области. Вот есть ссылки на их Twitter, на LinkedIn. Можете зайти и посмотреть. Также вот довольно внушительная команда адвизоров. Ну, редко где в таком вот количестве, да, в таком количестве человек можно увидеть адвизоров, занимающихся этим проектом. Так, уже в октябре этого года будет запущен тестовый демо-режим на сайте, а уже в январе 2019 года платформа перейдет в бета-режим. В третьем квартале 2019 года будет уже глобальный старт, который начнется с Китая и Японии, а затем перейдет в остальной мир. Ну и параллельно с этим 10 сентября начнется предпродажная, точнее, уже началась предпродажная токенов PXG и продлится до 22 октября. Да. На предпродаже за один эфир дают 18 тысяч токенов. После чего, ну, как обычно, как в любых ICO проектов, цена, конечно же, поднимется. И уже бонусов таких вы не получите. Продажа токенов PXG будет зависеть от биткоин, эфириум и токеноми. TEN, то есть вот за эти токены, за эти криптовалюты можно будет купить токены данного проекта. Ну и под конец хочется сказать, что на самом деле это не первая игровая площадка на блокчейне. Конкуренты у них, несомненно, есть. Были, будут еще. Но сейчас уже успешно действуют несколько онлайн-игр на блокчейне. Разрабатываются иные площадки. Ну, все они либо разрабатываются под примитивные игры, и, скорее всего, ну так, напоминают казино. А действительно хорошие онлайн-игры именно на блокчейне тоже не блещут каким-то там суперсюжетом или графиком. Тут мы имеем готовое решение, но в то же время дающее полное разнообразие жанров на одной площадке. Плюс это прекрасная возможность заработать реальных денег, просто играя дома на своем компьютере. Ну, помимо очень хороших, ярких, красочных игр, сама возможность заработать реальные средства, просто играя, я и думаю, что вот это вот является